Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в робота-полицейского. Погнали в офис Пейджа, что-нибудь там... А ты мертвый, что ли? Не, он спит просто. Долгожданная казнь военного преступника Эрнеста де Ла-Диего закончилась неудачей, когда его военные сторонники, Красная Крыса, организовали кровавый протест. Эрнесто был помилован во избежание продолжения кровопролития. Так, офис на третьем этаже, нам там сказали вроде бы, да? Ну, тут, кстати, достаточно чистенько. Аккуратненько. На табличках ни хрена нету. Ну же, давай. Чертов замок. Агата какая-то. Могу вам помочь, офицер? Я хочу поговорить с кем-нибудь из офиса Саймона Пейджа. Тогда вы по адресу. Я Агата Крейн, помощница Саймона. Но если вы хотите войти, придется подождать мистера Пейджа. Зачем? С ключ-картой проблема. Мистер Пейдж одержим безопасностью, поэтому я перепрограммирую карты каждую неделю. Но иногда после этого они перестают работать. Они предсказуемые штучки. Нарушат даже идеальное расписание. Мистера Пейджа убили вчера вечером. Что? Боже мой. Тогда мое расписание больше не актуально. Вчера после ухода мистера Пейджа кто-то оставался в офисе? Нет, мистер Пейдж всегда работает допоздна, а кроме нас двоих здесь нет сотрудников. Разрешите мне проверить телефоны. Когда мистера Пейджа убивали, он пытался позвонить в офис. Конечно, но для начала придется попасть внутрь. Сможете помочь с дверью? А нахуй. Идите за мной. Вот так. Все звонки проходят через мой телефон. Он на столе справа. Вот это офис, блять. Поддельное удостоверение, удостоверение сразу же лежит. А здесь что такое? Это ее офис, типа того? Опа. Агата, коробка какая-то. Это нужно выбросить. Я регулярно провожу уборку на рабочем месте. Не люблю, когда меня что-то отвлекает. Проверить автоответчик. А тут-то что? Ну-ка. Сортир. А вот в сортире какой-то, блядь, беспорядок. Что-то разбито, валяется что-то. Блин, зеркало не функционирует. У вас нет новых сообщений. Телефон на столе мистера Пейджа подключен к этому автоответчику. Единственному в офисе. Может быть, ему не удалось записать сообщение. Может быть, не удалось. Ключевые заметки... Ой, ключевые элементы речи Милза. Ну-ка. Что нужно донести Дельта... Что нужно донести? Дельта сети правы. Первое. Создать отвратительный образ старого Детройта, прилагательный, который нужно использовать. Тесный, грязный, старый, опасный, темный. Пробудить ассоциации с преступностью, опасностью, отсутствием перспектив. Второе. Продать идею Дельта-Сити. Прилагательные, которые нужно использовать. Безопасный, надежный, чистый, светлый. Пробудить ассоциации с лучшей жизнью, светлым будущим, надеждой на большее. Третье. Связать Милса с пунктом 2. А Кьюзака с пунктом 1. Подчеркнуть, что Милс хочет для жителей хорошего, а Дельта-Сити воплотит это в жизнь. Угу. О! Ха, ты чё? Дамочка, блядь, ты не подкрадывайся так сзади-то, блядь. Это что? Мистер Пейдж любит яхтинг? Это было его хобби. Не знаю, правда, с кем он им занимается. Меня он в личную жизнь не посвящал. Любит яхтинг. Видак. Где? Телефон-то, я не пойму. Введите пароль. Ага, что-то вот еще есть. Продажа органов и другие идеи для забастовки. Эти книги просто для вида. Посетители их не разглядывают. Нужно просто произвести впечатление. Так мистер Пейдж говорит.
Чё-чё-чё, какие там книги? Там что-то про органы, блядь. Что-то 2014 Allstate. По-моему, 2014 еще не наступило, блядь. В игре. Что-то я не пойму нихуя. А что делать-то, блядь? Я вроде все исследовал. Телефон неактивный. Эй. Окошко. Не понял. Опа. Пароль. Компьютер мистера Пейджа. У меня нет к нему доступа. Компьютер защищенный паролем. Так, бумажки какие-то. О. Бля, а что не работает? Телефон. Ящички. Так а что, блядь, не работает? Я не понял. Кружка? Нет. Ну вот же, вот. Личное расписание мистера Пейджа. Некоторые встречи были настолько секретными, что он их сам и организовывал. Я даже о них ничего не знаю. Ладно, телефон не работает. Ёбаный рот, да. Вот так нихера себе. Так. Чеки от подарков, которые мистер Пейдж раздавал на деловых встречах. Чеки. И что, сканирование успешно. Удалось найти какие-то зацепки? Не знаю, может, стоит обратить внимание на команду Кьюзака? Смерть мистера Пейджа им на руки. Судя по графику, мистер Пейдж часто встречался с неким Г. Более того, они встречались вчера. Боже, неужели убийца? Не знаете, кто это может быть? Как я и сказал, мистер Пейдж много держал в секрете. Доступа к его личному расписанию у меня не было, поэтому не все из списка мне знакомы. Что насчет чеков, а именно за сережки? Для кого они были? Для Глории. Какой Глории? Глория Линдберг, сотрудница штата Кьюзака. Мистер Пейдж хотел ее переманить. Вы знаете, где она живет? Совсем недавно, недалеко отсюда. Ее дом напротив баскетбольной площадки. Но точный адрес не скажу. Точный адрес не скажет. Отправиться в дом Глории Линдберг. Глория Линдберг. Что узнал? У нас есть подозреваемая. Я собираюсь ее допросить. В офисе помощницы погибшего. Я присмотрю за местом, пока тебя нет. Курс отошел за бургерами, но скоро вернется. Ладно. Че-че-че? А, нет, не открывается. Все, погнали. Дом Глория. Яйца подкатывал к Глории, так понятно. Сережек еще накупил. Думал, блядь. За сережки она перейдет в команду Милса. Ну, что-то пошло. Видимо, не понравились, блядь. Не ее фасон, блядь. Она решила просто придушить его, блядь. Хотя у меня такое ощущение, что она тоже будет сейчас не совсем живая. Может быть, узнали их связь и просто решили замочить обоих. Ну и райончик, блять. Мне кажется, она мертвая. Так, тут что у нас? Почта. А мы не знаем, какой у нее. Какая у нее квартира. Может, в подвале, блядь, живет.
Может быть такое? А что нет? Опа. Чип на оружие 14%. Кстати, давненько мы что-то в чипы не заходили. Ньюк. Ну-ка, подожди, глянем-ка. Автоди. В нем по тридцатке есть, блядь, уже. Нихера себе. Чип, это есть и по тридцаточке. А-а-а. Сейчас заполним. По тридцаточке. Вот тридцатку можно вот сюда поставить. Разброс при стрельбе. Хуй пойми, вот это хороший навык. Я так и не понимаю ни хера. Так, по тридцаточке, да? Урон на 100%. Так, 30. Вот это сюда можно захуячить. 25. Стой. Ну да. Хотя, погоди, это 25. Вот сюда поставим. Разброс 84. А вот этот поставим сюда. Урон 109%. 109%. Дальше. Вот это сюда можно поставить. Скорость перезарядки. Хотя она мне нахуй не нужна. Скорость перезарядки, блядь. А зачем тогда я буду ставить? Может быть, сюда тогда поставить? Пробитие брони. Погоди. Какая нахуй пробитие брони? Это 25, 26, 30. Ну, наверное, пока так можно оставить. Пробитие брони. Надо, блядь, их объединить. Тут он до хера у нас есть. Всяких разных. Тут набрали целую кучу. 14%. Ну и нахуй такой вот нужен чип. Уже меньше 26 и хранить-то нечего. Да, 31. Ничего себе, вот это чип, блядь, собрали. Хороший. Двадцать шесть. Неплохо. Ну, чего ты, блядь? Сейчас, секунду, мы тут потратим немножко драгоценного времени. 26. Сюда. 31. 31%. 26. Сюда. 27, блядь. Так, 29. 29. Отлично просто. Так, плата. Плата. Что можем захуячить? Вот можем вот сюда захуячить вот это. Погоди, 25. 31. Разброс при стрельбе. 31%, да? И 29 у нас есть. 29 можем поставить, кстати, вот сюда. 26. Вместимость магазина. Нахуй мне вот эта вместимость магазина? Мне она вот даром не нужна. Ваша ебаная вместимость.
Вмещать-то нечего, у меня бесконечный, блядь, бесконечный магазин. Ну-ка, давай-ка еще объединим вот эти чипы. Оп. 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 29% только. Ну-ка, плата. Ну, можем, кстати, поставить вот сюда вот. Урон 113. Отлично. Итак, все, у нас плата готова. Идем дальше. Квартира Глория. Так, опа. Это что такое тут? Хуя себе. Удачно зашли. Второй этаж, что ли? Квартирка-то Глория. И тут что-то лежит, смотри-ка. Все, дальше туда уже не пройти. Это Глория на велосипеде ездит. Без колес, блядь. Живая. Вы Глория Линдберг из штаба мэра Кьюзака? Да, у себя применяют все более и более прямые методы устрашения. Что вам нужно? Я пришел задать вам вопрос о Саймоне Пейдже. Он мой политический оппонент. Больше мне сказать о нем нечего. Мистера Пейджа убили вчера вечером. О, как жаль. Он мне даже нравился. А при чем тут я? Мы полагаем, что вы потенциальный фигурант дела. На каких основаниях? Так. Наводка. У нас есть показания свидетеля о том, что вы встречались с Саймоном Пейджем незадолго до смерти. Я должна была, по работе. Но Саймон позвонил в мой офис и отменил встречу. Мне необходимо провести обыск в вашей квартире для расследования. Если у себя хочет меня подставить, то вы все равно не отвержетесь. Так что заходите. Смелая. Значит, и нечего особо-то скрывать в квартире винишку, да? Мне всегда было любопытно, скрывается ли за этой блестящей броней человек. Скрывается. Ну, у него такой тут нормальный. Почему ванна, блядь, без двери, блядь? Просто в углу стоит. Что за хуйня? Че, вторая сережка, кстати, вот. Это подарок от мистера Бейджа. Он подарил мне их на нашу первую встречу. Наверное, хотел меня подкупить. Вторую я потеряла. Ага, у него в машине, блядь. Ванна на ножках. Блядь, мне почему-то никогда такие ванны не нравились, блядь, хуй знает. Странно как-то они выглядят, блядь. Винчишка одна порит. У меня есть еще бокал, если хотите немного расслабиться. 4-летняя Пино Нуар. Нет, больно стрёмная. Речь Кьюзака, черновик 1. Программное заявление. Заявление. Спасти город. Первое. Что для нас значит город? Вызвать эмоции, ностальгию, солидарность, уют. История из жизни. Воспоминания о запахе свежего хлеба, доносящемся из пекарни. Соседи помогают друг другу, а дети беззаботно играют на улице. Второе. История из жизни. OCP разрушает город. Вызвать эмоции, страх, ярость, ощущение несправедливости. История из жизни. OCP позволяет преступникам оставаться безнаказанными и разрушает здания, чтобы они упали в цене, как мои. Третье. Только Кьюзак может спасти город, вызвать эмоции, гордость, желание отомстить, вернуть власть над городом. Примечание. Заставить Кьюзака говорить по сценарию, а не болтать не в попад. Так. Ладно. Дамочка любит. Привнести изюминку, блядь. В кровати. Так, что это? Я веду активную социальную жизнь. Это ведь не преступление?
расписание, большой объем совещаний. Вот она, неплохая. У меня много хобби. Яхтинг – наиболее безобидный из них. Фото в рамке. Глория в плавании. Шнурок, которым задушили, блядь, в машине этого Пейджа. Вам нравится, офицер? Такими сильными руками можно завязать крепкий узел. Пеньковая веревка для связывания совпадает с той, что была в тачке. Судя по всему. Ну что, Глория, вот ты и приплыла. Вот еще одна, кстати. Ага. Однако, блядь. А что тут в шкафу-то больше нет? Ничего не. А, вон еще комнатуха. Или подожди, или это коридор, блядь. А вот это шкаф, наверное. Что-то не пойму ни хера, где еще-то чего есть тут? Опа. Это мне выписали, я не могу уснуть, когда одна в постели. Выписанное снотворное. Ну, я арестован. Может быть, хотите надеть наручники? Быть скованным забавляет только тех, кто по-настоящему свободен. Судя по графику мистера Пейджа, вы часто виделись. Слишком часто для деловых встреч. Это не значит, что я убийца. Саймон связался со мной месяц назад. Он хотел, чтобы я работал в предвыборном штабе Милса. Мы переспали пару раз, и в этом было что-то будоражащее. Секретность его связи с OCP, возможность огласки была своя опасность. И она случилась. Его помощница догадалась. Должно быть, она доложила, и поэтому OCP решили его убить. Они боялись, что он передаст мне информацию о компании Милза. Вы говорите, что Агата Крейн знала о вашем романе? Она не просто знала, но она и шантажировала Саймона. Амбициозная стерва. Она хотела получить за это повышение, но Саймон ее уволил, когда он уволил Агату. Около недели назад. Вам надо с ней поговорить, а не со мной. Я этим займусь. Пожалуйста, будьте на связи. Уже по вам скучаю. Блять, нихера себе. Очкастая это, блядь. Оказывается, еще неделю назад была уволена, блядь. Офицер О'Нил, прием. Помощница погибшего с вами. О'Нил на связи. Такое дело, мы потеряли ее из виду. Но могу заверить, что она не выходила из офиса. Ты все поймешь, когда прибудешь на место. Я в пути. Следите за Крейн и будь осторожны. Она наш главный подозреваемый. Принято. Вот так нихера себе. Я точно был уверен, что этот шкура в красном халате виновата. А тут, оказывается, помощница. Ну, там, скорее всего, какая-то есть потайная комната, где она прячется. Спряталась, точнее. Раз О'Нил говорит, что она не выходила никуда. Наверное, что-нибудь какая-нибудь там за шкафом скрытая комнатуха есть. Сейчас найдем. За книгами, наверное, вот за теми как раз. Где Агата? Очень хороший вопрос. Когда ты ушел, я зашла внутрь, чтобы взять ее показания, но уже никого не было. Курц пришел позже. Мы сразу начали поиски, но она как сквозь землю провалилась. Она не могла покинуть офис так, чтобы мы не заметили. Нам нужно ее найти. Новые улики указывают на то, что убийца — это она.
Давай проверим каждую галку еще раз. Не могла же она просто исчезнуть. Да вон, за шкафом он. Вы уверены, что это сделала наша пропавшая дама? У нее был мотив. Она хотела получить повышение и угрожала Пейджу рассказать всем о его романе. А он ее уволил. Шкаф. Блять, не он, что ли? Ну он же, блядь, какой-то. Нет? Зонтик. Где-то по-любому что-то есть. Здесь? Блядь. В сортире, блядь, спряталась. Открывай, блядь. Там уже выход. Вот. Тут. Надо найти эти. На полу какие-то следы. Ж под столом сидит. А вы не видите? Компьютер разблокирован, кстати. Подожди, входящих сообщений. Дата получения. Вчера в 20.15. В этот раз нужно поменять коды ко всем офисам раньше, чем обычно. Недавно сотрудник, которого за это отвечал, уволили. Коды нужно поменять за ночь. Не хочу, чтобы меня отвлекали от работы. Вот новые коды. Комната безопасности. 9, 5, 8, 4. Автоответчик в комнате безопасности. В этом позабочусь самостоятельно. Ага. Есть какая-то комната безопасности с кодом. Блядь, где же она? Ну, наверное, в офисе. Вот тут, что ли? Надо книгу какую-то вытащить, блядь. Опа. Скрытая кнопка в столе. Это уже любопытно. Я думаю, мы можем ее нажать, раз она не красная. Вот, я же говорю, блядь, за шкафом. Вопрос таинственного исчезновения решен. Осталось открыть дверь. Похоже, что Крейн пользовалась компьютером. Может, в нем что-то есть? Ясен хуй есть. 9-5-8-4. В сообщении написано, что в офисе есть комната безопасности и код доступа. Комната безопасности, Магнавольт. Этот Пейдж любил вести свои дела в тайне. Ну, хотя бы игра в прятки окончена. Так. Сезам, откройся. Ты же знаешь, что Сезам — это кунжут. Спасибо, что напомнила про бургеры, до которых так и руки не дошли. Ну, удали ты, наконец. В этом и дело, Саймон. Я не могу. Агата Крейн, вы арестованы по подозрению в убийстве Саймона Пейджа. Я просто избавлялась от препятствий. У вас есть право хранить молчание. У него не было права. Он даже не понял, что, шантажируя его, я доказывал, что ради работы пойду на все. Что еще надо подпалить технолога? У вас есть право на адвоката. Вот мой адвокат. Я рождена не для тюрьмы, я рождена для великих свершений. Только я определяю свою судьбу. Так. Инженерия 6, ваше оружие не заряжено. Оружие не заряжено, магазина нет. Снова непредсказуемые штучки. Так неприятно, когда они рушат даже идеальное расписание. Все будет идти по плану. Следующие несколько десятилетий. Ну все, Агата, представление окончено. Вы идете с нами. Надеюсь, ключ выбросили. Из-за этого хладнокровного убийства придется теперь бургеры разогревать. Да. Опа, ящичек есть. Чипы, блядь. Фальшивые деньги. Взять печатную плату, кстати. А вот это интересно. А что за печатная плата-то? Говенная, что ли, опять? Так, авто 9. Заменить плату. 3-3. У нас там 4-3, что ли, была какая-то? 4-3. 4-1. О, 5-3 есть.
Так, ну-ка, что тут у нас есть? 5-3-то. При зажатом спусковом крючке стрелять непрерывно. Увеличивает кровавость спецэффектов. Блять, да мне это нахуй не надо, что снижает разброс, повышает точность. Вот, отлично. Пополнение магазина автоматически происходит. Это первым делом надо что сделать. Тут, по-моему, больше чипов-то можно захуячить. Мало того, здесь, блядь, вот это охуительная плата, блядь. Мало того, здесь еще при зажатом спусковом крючке он ебашит непрерывно. На постоянку, блядь, просто. Так, ну-ка. Заменить плату. Где наша плата-то, блядь? Вот. Тут очень мало чипов по сравнению с той. Я даже не доберусь, наверное, с тем количеством, что у меня есть. До тех навыков. Да, хорошая платка. Заменить плату. 2-0-5-3. Выбрать. Вот теперь надо как-то, блядь, нам аккуратненько все это сделать. Во-первых, вот так. Опа. Во-вторых, вот так. Опа-на. В-третьих, вот так. В-четвертых, так. Блять. Вот это печальненько. Хотя, погоди-ка, вот так мы можем сделать, да? Ну, хорош, ну какие 50%, блядь? У меня нету, хотя стой, блядь. Блядь, точно нету такой у меня платки. Нам надо вот боковую такую, чик. Боковую. Так, ладно, давай-ка сюда сделаем. Пробитие брони. Вот так можем сделать. А, стоп, так-то, блядь, нам нахуй не надо. Вот так хотя бы. Это у нас что получается? Точность. Лазерный прицел. Блин, а больше ведь ничего не сделаю даже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, она хорошая платка, но, сука, у меня нету чипов, блядь, для нее. Платка охуительная. Да... Я даже не знаю, придется, наверное, к старой вернуться. Блять, я столько чипов уничтожил, они бы нам как раз бы пригодились сейчас. Да, надо придется к старой вернуться. Ну, нет у меня столько чипов, блять. Вот для той вообще все идеально подобрано. Ладно, будем знать, что у нас есть плата. Хорошая. И... Так, это у нас 4-1. Какая у меня там была-то, блядь? Я уж не помню. 3-2, что ли, вот это? Не-не-не, не оно. Блядь. Сука, теперь надо ту плату искать. Это, что ли? Вот, наверное, да. Да, точно оно. Так, ладно, погнали. 30%. 30%. Сейчас мы там поиграемся еще. Поиграемся.
Стой. Вот. Так. Пусть будет. Блять, надо запоминать каждый раз. Вот эту хуйню всю, блять. Так, 29, да? Ну, допустим, вот так. А как так-то? У меня же тут все получалось. Вот, подожди, вот так вот. Что-то тут, блядь, не выходит ни хера, блядь. Может, вот так? Автоматический огонь. О, огонь, блядь. Вот это сюда можно поставить. А сюда... Вот это. Так, ладно, у нас вроде рабочая схема, но подожди, надо что-то заменить. 17%? Что за говно, блядь? Вот 30 надо поставить. Вот. Это... 31... 30, блядь. Так, вот так, 30 мы можем поставить вот сюда. 29 можем поставить вот сюда. Так, что у нас еще есть осталось? Самое крупное, это 26%, да? Но у нас таких уж не осталось. Ладно, все, нормально. Погнали. Автоперезарядка. Отлично. Блядь, время потеряли, конечно. Да хера, блядь, на этой платке. Но мы расследовали зато убийство. Убийца пойман. Это так и спит, что ли? Консьерж-то, блядь. Да, ему похуй. Эй, вставай, блядь. Может, под наркотой какой. Все, повезли. Сделали задание. Кто убил Саймона Пейджа? Приехать к штабу ОВСП. Ну, все, наверное. Погнали к ОВСП штабу. Надо до машины дойти. Там тайник был. Home appliance. Что-то тут. Что тут? Еще какое-то преступление у вас? Какое-то черненькое. Да нет, вроде. Помощь от меня, по крайней мере, не требуется. Да хватит, блядь, лагать, заебало, блядь. Помощь вроде бы не нужна больше никому. Покинуть зону. Покинуть зону хочу, да. Кстати, чуть мимо этого задания не прошло. Достаточно интересное было. По поводу расследования убийства. ОВСП. Да, блядь. Это лифт. Эй, Мерфи, мы изучили файлы, которые ты нам отправил. Судя по всему, данные твоих оценок использовались для создания презентации проекта «Жизнь после смерти». И проходит она прямо сейчас. Ну и вишенка на торте. Старик в числе приглашенных. Надо только выяснить, где проходит презентация, и ты сможешь взять старика с поличным. Именно такую поимку я и предпочитаю. Мне кажется, старик делает робота, блять. Чтобы себя
из себя сделать киборга, блядь. Так, что тут у нас? Штаб ОСП, есть загрузка. Давайте тогда сегодня закончим и пойдем искать стрика в следующей серии. Посетим презентацию. А я могу покинуть штаб, кстати, в любой момент, судя по всему. Ну, ладно. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.